Ирина Баглай, корреспондент программы «Подробности» и «Подробности недели» на телеканале «Интер». До начала войны на Востоке освещала работу украинских парламентариев. 13 июня у Иры особая дата – 2 года на войне. Свой первый день в АТО помнит до мельчайших деталей – погоду, звуки, эмоции и даже запахи. Теперь это и работа, и выбор, сделанный 2 года назад. Ира отшучивается. Там, где она, не стреляют. Тем не менее, прошла боевое крещение обстрелом. Взрывы 100 метров, даже меньше. Слава Богу, что у меня тут не было. Не прошли даром и занятия спортом. В бронежилете бегать 100-метровки не каждая женщина вынесет. Да и условия не очень комфортные. Зачастую приходится завтракать в 9 вечера. Но Ира не из капризных. Никогда не расстается со своей кошкой Масей, которую вырастили на фронте десантники 95-й аэромобильной бригады. До сих пор главным желанием Ирины остается включение с новостью, что война закончилась, и ребята едут домой. Верит, что такое включение обязательно будет. Именно эта мысль заставляет ее снова и снова возвращаться на фронт. Ирина Баглай, Владлен Ноль, Василий Сачук из Донецкой области. Подробности телеканал «Интер».